Что такое налог на профессиональный доход? Это специальный налоговый режим, и применять его могут те, кто самостоятельно осуществляет деятельность, не имея нанимателя и не привлекая других лиц, а также те, кто получает доход от использования имущества. Кто может воспользоваться этим налоговым режимом? Ремесленники, работающие в сфере агроэкотуризма, занимающиеся садоводством и земледелием, не в промышленных масштабах, список довольно-таки обширен. Какая же польза от этого ноу-хау? Это прежде всего простота в использовании и дебюрократизация. Приложение «Налог на профдоход» используется для постановки на учет в налоговом органе физического лица в качестве плательщика налога на профдоход, а также снятие физического лица с учета в налоговых органах в качестве плательщика налога на профдоход, передачи в налоговый орган сведений о расчетах при получении налога на профессиональный доход, формирование записей, так называемых чеков, о совершаемых расчетах, корректировки ранее переданных налоговому органу сведений о расчетах, уплаты сумм налога при применении налога на профдоход. И все это можно применять, лишь установив мобильное приложение «Налог на профессиональный доход». Есть и еще несколько плюсов. Плательщик налога на профдоход может получать средства как наличными, так и переводом по номеру банковской карты или расчетный счет. Эти средства могут поступать в том числе как в иностранной валюте, так и в белорусских рублях. В таком случае, если средства поступают в иностранной валюте, их необходимо пересчитать по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату поступления денежных средств на счет плательщика в банке. Налог на профдоход будет выгоднее для тех, чей доход не постоянен и, скорее всего, является дополнительным, если перечень видов деятельности позволяет перевести доходы на такой режим налогообложения, а сам доход не выше 60 тысяч рублей в год, нововведением воспользоваться можно и даже нужно, и главное. Сформировав чек в приложении, вы избавитесь от оформления кучи бумаг. Также необходимо отметить, что постановлением Совета министров Республики Беларусь от 3 июня 2023 года номер 336 об изменении постановлений Совета министров Республики Беларусь закреплена норма о том, что сформированный в приложении налога на профдоход чек является документом, подтверждающим прием плательщиком средств платежа. В этой связи физическим лицам, плательщикам налога на профдоход, не сформировавшим в приложении чек, могут быть применены меры административной ответственности, предусмотренные статьей 13.14 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.